Дети Божии, тело Христово, храм Духа. И в заключение позвольте представить вам еще один яркий образ. Помните, в Новом Завете их порядка 100. Один новый человек с заглавной буквы «Ч». Если Божий храм еще строится, в процессе созидания находится и новое человечество. Новый человек Божий в единственном числе. Можно было бы сказать «особь». Но тогда получается не очень благозвучно. Итак, этот новый человек, будем употреблять данный термин, новый антропос, состоит из верующих как из евреев, так и из язычников. Ефесянам 2:11-18 имеет важное значение, особенно в той части, где говорится о том, что язычники и евреи ныне стали близки кровью Иисуса Христа. Верующие из язычников и верующие из евреев теперь едины во Христе Иисусе. Начну с 13 стиха. «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, то есть язычники, стали близки кровью Христовую, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем». Хене кайнон антропон. Одного нового человека, созданного из двух. В Ефесянам 4, стихах с 11 по 16, мы видим тот же образ. Ефесянам 4, 11, 16. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». И далее он продолжает говорить, призывая нас возрастать в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и так далее, получает приращение для созидания самого себя в любви. И снова тот же образ, образ Христа как нового человека, которого мы составляем. Это картина. Уильям Дамбрелл говорит, «Таким образом, собранное в итоге новое человечество призвано безупречно отражать природу Христа в преображенной Вселенной. Один новый человек». И, наконец, в заключении первого раздела давайте обратимся к теме «Бог, Божий народ и обетование». Я уже упомянул Уильяма Дамбрелла. Давайте посмотрим, как он подытоживает рассуждение на эту тему. В конце канона мы более чем возвращаемся к началу. Разделения, присущие человеческому обществу со времен Вавилона, преодолены. Новый народ Божий, евреи и язычники, собраны в одном священном месте. Это тот самый конец, на который как бы эскизно указывали первые две главы книги «Бытие». Менялись носители упования — Адам, Израиль, Христос. Благодаря жертве Агнца верующие будут править подобно царям и священникам, исполняя роль, некогда утраченную Адамом, и заповедь, данную на горе Синай. В книге «Исход» 19:5-6. История спасения окончена. Это был долгий путь. Путь от сотворения и Адама через Израиль и искупление ко Христу как страждущему Израилю, сотворению нового народа Божьего посредством крестной смерти и воскресения Иисуса.
Мы преодолели путь от призвания язычников стать новым народом Божиим, через трудности и наложение эпох вступить в тот самый новый век. К этому, думаю, добавлю лишь один штрих. Именно поэтому я и оставил на доске эти достаточно знакомые слова и выражения. В ракурсе рассмотренных нами понятий, например, «народ Божий, взывающий Ава Отче», «тело Христова, которое мы составляем, являясь соединенными между собой членами», «храм Святого Духа» и, более всего, понятие «дома Божьего», «Божьего народа, живущего в назначенном Богом месте, под Божьей властью, по Божьим законам, присутствие святого и любящего Бога, как единая семья, косая черта «дом». И в этом, полагаю, я не соглашусь с Голдсуорси, и это отражено в моей рецензии. Да, в конечном итоге все действительно сводится к понятию царства, сердцевину которого, однако, составляет бесценная прерогатива Божьей благодати, позволяющей нам называться детьми Божьими, как написано в 1 Иоанна 3. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Заметьте, не рабами, хотя в Божьем доме мы таковыми являемся в определенном смысле, не слугами, хотя и эту роль мы выполняем, и не подданными царя, как опять-таки в определенных контекстах нас описывает Новый Завет. В центре всего этого дарованный нам высокий статус, право называться детьми Божьими. Как говорит Джеймс Пакер в своем классическом произведении «Богопознание», главное, первоочередное благословение Евангелия — это сыновство. Возможно, оправдание и фундаментальное, но не первоочередное благословение Божье в Евангелии. Главное, что мы с вами — чада Божие, Его дети, получившие этот статус не по собственным заслугам, а благодаря подвигу Христа. Однако пока мы еще в пути. Как на финальной картине книги «Бытие», мы все еще за пределами Божьего удела. Равно как и в конце Торы, мы обнаруживаем, что стоим за пределами. Впрочем, как и в конце еврейского Ветхого Завета, мы стоим за порогом. И как в конце книги Откровения, мы взываем «Ей гряди, Господи Иисусе». Как же нам жить в этот межвременной период? На этот вопрос мы попытаемся ответить не на следующей неделе. На следующей неделе, в среду, если вы помните, объявлен день для молитвы, а через неделю. Тогда мы и попытаемся разобраться, что значит жить по Божьей воле, по Божьим законам. Мы посмотрим, что от нас ожидается как от творений, то есть в чем состоит наша обязанность в данном статусе, а также как от участников Завета, то есть какова наша ответственность с этой точки зрения. Что значит жить по-Божьему? Видеосеминария ТВС — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com.